Monkey stretch as well. Monk stretch. Stop recording. Ну, ты видишь на камеру. Хочу комнату показать, в которой мы остановились. Это балкончик. В общем, сама простота, вот такие стенки облушенные, плинтусы ржавые. Все, в общем, по-простенькому. Все грязное, избитое. Остатки фруктов. Такая обалдеть. И... О, я уже все съел. Все имеет очень сильный вкус. Лимоны такие, прям аж жгут рот. Вот этот надо маме послать. Это соль из Куско, Мачу-Пичу. Вот такую соль я никогда не ел. А вот этот гарлик, я прочищал себя лимоном и гарликом. Гарлик такой. Гарлик, чеснок. Ух, динамит. Вот такая кухонька. Здесь вот стиралка. Значит, что-то на Индию напоминает мне. Колонка. Облупленный холодильник. Да. Какие стандарты здесь. Туалет уже смешной. А как раз этот дом откуда? Где троих арестовали. Ну там убийство было, там многие убийства и наркотики, все остальное. Они здесь прятались. О, крыша. Крыши там. Поселит облака, город стреляет ночь дробью огней, но ночь сильней, и вернусь велика. Стенки все настоящие, никаких там русских и американских пластырей, здесь настоящие, все это кирпич, поэтому их такое вот. Зайдем к рядом. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тоже не терпится. Такие из кирпичей сделаны, хорошие. Свет. Паучки такие, наверняка. Конечно, все в песке здесь. Здесь дешевый пластик, вообще не дотрагивайся, все ржавое, потому что здесь это влажность очень сильная, поэтому здесь ничего не высыхает и все ржавеет быстро. Когда душ здесь включаешь, она тепленькой становится. Все эти рукоятки нифига не работают, одна только работает, но там такая безопасность крутая. Вот. Ну это сколько стоит? $20 в день стоит. Так, бардак с утра. Дилан штаны не убрал. О, банкитос. Кровати. Холодно уже. Так хотелось покупаться. Но уже просто холодно. Я еще, как обычно, на второй день сгорел полностью. До волдырей. Так незаметно. Я причем старался. Где вот вечеринка была. Свадьба, не знаю, что там. Дерево красивое. Вот небо-то всегда такое серое. Такое. Преддождевое. Дождей здесь не бывает. Если бывает, тут вот вчера вечером дождик был. Но просто видно, что асфальт или бетон
стал мокреньким. Все. Больше ничего. Ну, еле-еле чувствуется даже на теле, что дождь идет. Так подумал, никогда не догадался, что можно сжечь себя с таким небом. Но такое солнце, оно обманчивое. Жёг. Тем более еще соленая вода. Трудно влезть в океан, вода холодная. Но потом с этими волнами и вообще не хочется вылезать. Тут одна другая комната. Здесь этот матрас еще более-менее можно спать. Вот такие подушки нам дали. Зато дешево. Вчера ночью здесь такие сильные волны были, высокие-высокие. Сегодня спокойный день. Но вечером были огромные волны. Acá no prenden así, en Estados Unidos, sí. Las películas. Lo prenden en sus zapatos. Ah.
¿A dónde fuiste? ¿A la Minca? Sí, me dice a la Minca. Ah, ya, pero tanto te has demorado, parece que te hubieras ido a Punta Hermosa, a lejos, algo así. Se ríe nomás. Uy, cuidado. Allá está Dylan, allá está Dylan. O sea... Amarrarse. Ya no pone. Mira. Perro ha querido agarrar. All this? Yeah, I suppose. Tome. Barriga. 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 The best. Yeah? You love? Paparazzi, paparazzi. The best. Love the beach? Punta Hermosa? One more thing, but that's it. Yeah.
la playa María, como se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, como se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Thank you.
De papi, mamá. Uno hace como que la conexión entre todos, pues, ¿no? Uy,
Y yo le dije a Denis eso el otro día. Le digo, la maestra me dice que es una de las clases más sociables pero homogéneas que le ha tocado. Y dice, claro, pues todos son del año del, casi todos son del año del perro. Claro. Es una promoción, ¿no? Es como si tuvieras cachorritos. Claro. Un montón de cachorritos juntos. Así es, sí, claro. Mira, ¿tú eres perrito? Sí. Si pones tachos, pieles, pieles, alegría, todo. Claro, una cucharita, ¿no hay? ¿Por ahí? ¿Cucharita? No. No, ya no, es mi de nuevo, come. Por eso es que eres así. No han comido brócoli, ¿no? Yo sí, no, pero no está bien. ¿Ves? La lechuga y... Yo lo pongo así de seguido. Ajá. Y le van a poder comer. Upsi. Pero así como habla, participa. O sea, levanta la mano. Upsi. Da su opinión. Claro, sino que acá no es lo mismo. Él allá es su ambiente. Por ejemplo, acá este no es su ambiente. El abuelo y el abuelo. Como si yo llegara a la casa, él es mi abuelo, pero... Está acostumbrado. A veces me rompe el libro y ya. Papi. Mira, ¿por qué? Mira, me voy con su rodilla, después no. Después te va a doler la rodilla. Te va a doler. Lo voy a bañar. ¿Hay agua caliente? Sí. Dylan, tienes que bañarte porque ya... Tengo que poner la computadora. De la gritería del baño. Gritería del baño. La mayólica del baño. Gracias. Ya no sigas. Ya no sigas, Emilia, porque va, le va a faltar este cedrón. No, está bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿No? ¿Y este celular está cargando acá? Muchas gracias. Thank you. Baseball. Baseball. Sí, ¿no? Baseball. Solo que sea, no es un hambre, así que a las 11 ya está. ¿Está bien? Lucha. ¿Qué son? Wrestling. ¿Cómo? Wrestling. Wrestling. Ahí acabamos de comer bien. ¿Y en tu salón qué juegan? Más tranquila ya. Sí, estaba un poco fastidiada.